Мир всем, дорогие. Сегодня у нас конец августа на дворе. Что касается запасов картошки, уже давным-давно закончились, еще весной. А так хочется картошечку. Вот, есть выход. Сейчас пойдем подкопаем свеженькую. Посмотрим вообще, какой там урожай у нас получился. Какой нам урожай дал Бог. В этом году и дожди были, и жара тоже сейчас стоит. В общем, посмотрим. А картошечку свеженькую, наверное, все любят, да? Ее можно и отварить, и пожарить. Прям ух! Так что это, гадать не будем, пойдем посмотрим сейчас. В общем, пришли на поле, я решил попробовать в нескольких местах. Вот это начало, сейчас посмотрим, что у нас будет. К слову сказать, завтра праздник Успения Пресвятой Богородицы. Так что всех поздравляю. Православных христиан. О! Ну, ботву, наверное, надо куда-то в сторонку. Неплохой, да, урожай-то? Сейчас посмотрим. Я беру побольше, потому что мне жалко. Когда получается так, бывает, иногда копаешь и прям портишь эту картошку, порезаешь. Ну, понятно, что я ее выкапываю сейчас для того, чтобы поесть, но все равно жалко. Ну вот, тут получается 4 было картошечки. Все, ничего больше нету. Здесь покопали, пойдем сейчас туда, посмотрим, что там будет. Вот середина поля. Вот такой куст. Поле, ну такое громкое название, поле. Тут у нас всего-то, я не знаю, наверное, сотки полторы, наверное, здесь, да там. В общей сложности сотки две, может быть, с лишним. Так. Очень такой интересный момент про праздник Успения. Значит, пророк Исаия за 700 лет еще пророчествовал про Деву Марию, что она родит Сына Божия. Вот. И, значит, уже ближе к нашей эре жил там один такой Симеон Богоприимец, тоже святой, почитаемого, который Иисуса Христа принял, когда он был младенцем, и который, помните, всегда сказал, что отпущаешь и ныне, Господи, раба твоего. Вот. Там история какая была, в общем, вот еще картошечка. Что он был переводчиком, он греческий знал, ну, еленский в то время язык, переводил, значит, с еврейского вот, на греческий. Он как раз входил в состав 70 толковников, а там их по факту не 70 было, а 72, вот это септуагинта, который они перевели потом. Вот, и они, главное, интересный такой факт, они переводили его 72 дня. И когда он переводил и хотел написать вот эти, видать, слова Исаия, что написать жена, вот, все жена там зачнет и родит сына, то ангел Господень явился ему и сказал, говорит, Симеон, говорит, ну, не пиши жена, а пиши все дева. Вот, и ты, говорит, не умрешь, пока не увидишь Господа. Вот, такой прям интересный такой момент. Все, и он, как гласит предание, прожил 300 лет. Вы представляете? 300 лет жить. То есть у тебя уже все уже друзья, уже все уже по 10 раз уже поумирали, уже несколько поколений. И вот он уже бедненький такой. Я думал, он весьма насытился жизнью к тому времени, наверное. Вот. И пришел момент, когда Иосиф с Марией пришли, значит, на 8-й день обрезать Христа. Это вот как по-нашему бы крестить. То есть обрезание было прообраз крещения. И вот он как раз и ну, по вдохновению Духа Святого, то есть пошел в храм и увидел там маленького Сына Божия Иисуса Христа. Вот такой интересный факт. Пойдем сейчас еще на другое место еще посмотрим. В двух местах. Так, вот тоже куда ее? Куда-то так, чтобы она потом не помешала нам.
Ух ты, надо же, это я сейчас лупанул прям. Вообще я, ага, вот она, остаточек. Вообще я люблю крупную картошку. Слушай, ну, мне кажется, что дальше даже больше ходить никуда не надо, потому что я уже набрал полную картошку, эту, полное ведро. Ну, либо с бугром можно, можно еще одну лунку проверить. Мы там еще вон делянку там еще посадили. Пойдем туда еще проверим. У нас другая делянка небольшая. Возле родительской картошки. Вот видишь, к нам картошку, говорят, Петр Первый завез. Мы тут про Симеона разговаривали. Про Бога принца старца. Интересно, у них была картошка? Вряд ли, да? Скорее всего, нет. Скорее всего, не было. Наверное, они ели что-то другое. Ну вот. Слава Богу, эх. Видишь, опять вот раз и резанул картошку. Ну, о, смотри-ка, тут еще по бокам. Говорят, что когда Петр Первый картошку завез, видишь, на картошке какие маленькие помидорчики. Они начали есть вот это, и там люди поумирали, а это ядовитые. Я не знаю, что они не могли спросить, что нужно есть с самого начала. Ну, в общем, кто-то там умер, а потом уже, видать, это догадались спросить, что кушать-то. Или сами опытным методом выявили. Ну вот так, слава Богу. Все, теперь дай Бог силы. Может быть, даже дай Бог помощников каких-то. Выкопать все это добро, которое Господь дал. Вот смотри, как много. И оно крупненько прям, слава Богу. Я прям это очень рад. Фух. Ну все, всех еще раз праздником Успения Пресвятой Богородицы. Вот, это даже, ну как, понятно, в православии это праздник, а так, по идее, это как бы это не праздник, а памятная дата, что ли. Потому что, ну, ничего в этом праздничного нету, что Богородица умерла. Ну, Богородица, она Матерь Божия, она всегда с нами, всегда молится о нас, то есть и мы молимся ей, чтобы она помогала нам во всех делах, и она вообще всегда помогала, ну, если посмотреть нашу историю земли русской, жителям ее от всяких бед и напастей, поэтому всем желаю молитвенной помощи. Ну все, всего доброго. Оставайтесь с Богом. Мы тут уже домой пошли, и я узрел какое-то странное чудовище или животное в кустах. Предлагаю посмотреть. Ничего себе! Вот это да, ну-ка поближе. Ох, бедняга, ты куда пошел? Стой! Вот это у нас тут лежал, а? Отпрятался же. Ну ладно, сейчас мы его немножечко направим в нужное русло, чтобы он по чужим полям тут не попадал. Все, давай, домой.